Вы на месте. Мы приветствуем Ингу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Но не как маска, это голограмма, сними ее. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас Ингу, отключи эту голограмму, вместе с ней выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы. Я их активирую, чтобы ты их видел, они пульсируют. Выводи это все из биополя. Как это все выходит, отправляю в клетку-тюрьму. Их много. Голова, плечи, шея, руки, ноги. Все подключки у нее от этой голограммы. Конечно. Сейчас вытащим эту космическую сущность. Готово. Инга, вы меня слышите? Слышит. Хорошо. Сейчас будем разбираться, кто это сделал. И перед тем, как мы начнем, сканер, дай мне полноту души Инги на настоящий момент. 79%. 79% души. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Инги, под ногами 360 градусов вокруг нее, в клетку-тюрьму, и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инги, находит все. У нее ощущение, что она как оголенные нервы у нее. У нее ощущение. Потому так. Ей больно, да. Хорошо. С нее сняли эту оболочку. Мы это она все пустая. Хорошо, ждем, кто у нас там, Вера. Арахноид. Арахноид. Гуманоид. Лизард. Инсектоид. Джин. Итак, у нас гуманоид, арахноид, лизард, инсектоид и джин. Да, синий, 44-11. 44-11. Откуда гуманоид? Сириус. Кто ты? Он подбирает правильное слово, как назвать себя. Ловец душ. Биоматериал. Антиквариата. Антиквариата? Смотри, как ты себя интересно называешь. Для меня ты просто обыкновенный преступник. Сколько ты находишься в этом биополе? Я добытчик. Добытчик. Хорошо, добытчик. Биополе. Угу. 8 лет. 8 лет. Ты был ответственен за ее проблемы с позвоночником? Отчасти. Что голограмма значит? Давила. Угу. Голограмма твоя? Моя. Значит, ты ответственен за эту голограмму и за все ее последствия. Соответственно, ты будешь за это отвечать. Это не пройдет просто так безнаказанно. Сколько арахноид находится в этом биополе? 5 лет. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Инги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, выстраивая также канал к этой голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Инге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько лизард находится в этом биополе? 4 года. Инсектоид, сколько ты находишься в биополе? 12 лет. Сколько у тебя инкубаторов сейчас находится в ее биополе? 2. 2 инкубатора. Ты был ответственен за проблемы у нее с желудком и здоровьем? Не знаю, это он глазами. Глаза бегают. Информация идет, что в детях есть подселение от него. В детях есть подселение от инсектоида. Инсектоид уже никуда не уйдет. А подожди, он с ними не связан, да, Вера? Нет. Отщепились они уже. Кто присутствует из вас в биополе ее семьи, в детях и мужа? Джин в доме присутствует. Хорошо. Инсектоид в детях. Хорошо. Лизарда есть. Исцеление в мальчике. Арахноида? Арахноид. Муж идет слово. Что? Муж? Муж. Муж. Хорошо. Мужа сидит, а у мужа как раз проблемы. Я смотрю, здесь такая просто собралась сегодня команда. Желание огромное. Предложить Инге дать откат каждому из вас, чтобы вы ощутили за все эти годы, сколько вы находились в ее биополе, что она испытывала. Вас разорвет здесь, прямо в клетке. Как у нас с реверсом, Вера? Реверс закончился, арахноид еще присутствует в квартире. И в квартире он присутствует. Понятно, что у гуманоида, где он присутствует и в ком еще? Не только. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Инга себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Все, что на чистоте Инги находится, мощным потоком пошло назад. Гуманоид, ты отправлял копии? Он продал тоже 4%. Хорошо.
Как ты собираешься это компенсировать сегодня? Вернуть не могу. Ящеров? Посреднику. Посреднику, хорошо. Реверс закончился. Отлично. Выстраиваю сейчас прямой канал от гуманоида к этому посреднику, притягиваю его в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьме мой заложник. Никто не притягивается. Не притягивается. Хорошо, видать, он с ним не связан. Но мы найдем по-другому. Сначала мы уберем все, что осталось в биополе, потом будем возвращать. Начинаем с Джина. Джину выходить не надо. Собирая, втягивая в себя всю свою пыль под ключки, все над своей чистоте. Доклады о готовности к проверке. Приступай. У него в ногах напутано. На одну сторону как-то перевешивает его синей энергией пыль. На какую ногу? Левая, наверное, если я смотрю. Если ты смотришь, то с твоей стороны правая, да? Получается. Да. Понятно. Значит, левая. Закончил. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, все свои крепления, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад, приступай. Давай инкубатор у него. Понятно. Но это не первый за 12 лет. Готово. Идем дальше. Лизард, выходи. Где ты сидел? В сердечной чакре? Да. Вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, возвращайся назад. Каждая чакра у него отвечает за какие-то чувства, эмоции. И у него нити идут по всем чакрам. Он их как наполнял какими-то другими темными чувствами. Все яркие собирал. Он все собрал. Арахноид, выходи, снимай всю свою паутину, вытаскивай иголки, отключайся полностью. Ничего не забывая, возвращайся назад, докладывай готовности к проверке, приступая. В затылке у него иголки. Это значит мигрени, головные боли, тяжесть. Тяжесть у нее, затылок. Ну вот это от него и было. Плечи, шея. Готов? Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Ингу на чистоте гуманоида и его голограммы. Осталось ли что-то еще незамеченным в ее биополе? Если есть, выводи это сразу. Отключай полностью. Нет, все сняли. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Инги с гуманоидом, его голограммой, арахноидом, лизардом, инсектоидом и джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Инги, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкооперационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все остаточные энергии тоже идут в этот шар от интерферентов. И шарик. Открывая воронку в галактическое ядро под ним, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Инге, помогая моей энергии отсигнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Сканер, дай мне полноту души Инги на настоящий момент. 96%. Инга, вам не хватает еще 4% души. Вы хотите их вернуть? Вы желаете этого? Конечно. Сформируйте это намерение. Сейчас выстраивается прямой канал от Инги к частичке ее души. 1, 2, 3. И Инга забирает частички души, частички ДНК, весь биоматериал, все родные энергии, все, что у нее украли, мощным потоком пошло назад. Также выстраивается прямой канал к тому, кто купил, к покупателю. И сила моего намерения, я притягиваю его в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьме. Она мне показывает, где она. И она смазана определенным каким-то структурой. Черной липкой. Чтобы не оставлять. Нет. Чтобы не оставлять ДНК покупателя. Понятно. Хорошо. Они знают, что их могут притянуть. Итак, мы притянули кого-то? Нет. Хорошо. Там, где она смазана, силой моего намерения снимаю эту смазку. Формирую... Защиты стоят. Это их территория, ты не можешь ничего сжигать. Мы души вернули? Нет, канал выстроился только. Хорошо. Силой намерения Инги я ей помогаю. Мы притягиваем ее частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все мощным потоком пошло назад. Да будет так, а так и есть. Вот душа разбивает все защиты. Отлично. Как разобьет, скажешь? Намерение сильное. Хорошо. Как разобьет, скажешь мне? Разбила, она возвращается по каналу. Отлично. И силой моего намерения я вытаскиваю частичку того покупателя и посредника. По этим частичкам выстраиваются прямые каналы к посреднику и покупателю. И силой моего намерения я их притягиваю в клетку тюрьму. Да будет так, а так и есть. Откуда ты ее вытаскиваешь?
Она как разбилась, все это упало. Синее вместе с какими-то как осколками. Я не могу протянуть, потому что дальше стоят другие защиты от него. Хорошо, ты мне скажи, душа вернулась, Вера? Душа вернулась, да. Сканер, дай мне полноту души. 100. Отлично. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте. У меня здесь ситуация. Я сейчас пытаюсь притянуть посредника и заказчика, и покупателя души 4%. Защиты мы убрали там, но дальше я не могу пробиться, чтобы их притянуть. Не всегда можно пробиться. У них свои защиты и свои энергии. Понятно. Я полагаю, там просто не одна душа находится в этом месте, где они ее хранят. Они смазали какой-то жидкостью, которая не пропускает определенные... Ну, это, видать, и защита есть, чтобы связи не найти. Значит, я здесь ничего пока не могу сделать, да? Душу я верну. Здесь не можешь. Хорошо, благодарю тебя. Я тебя чуть позже приглашу. Я сейчас разберусь с сущностями. Вообще, мы сейчас с тобой на связи. Посмотри, кто тебя из них интересует. У меня здесь долгожители находятся. Инсектоид 12 лет находится еще в детях. Лизард находится в мальчике, арахноид находится в муже, 5 лет сидел. И гуманоид Сириуса, который 4% души убрал, вернее не 4, а 21% души мы вернули. Из них 4%, которые находились в том месте. Мы заберем того, кто изымает душу гуманоида. Хорошо, значит, я с другими сами разберусь. Благодарю тебя. Итак, в принципе, мне больше с гуманоидом говорить не о чем. Я все узнал. Можешь его забирать? Забрали. Голограмма осталась? Да. Под ней открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Итак, арахноид сидит в муже. Ну, я не знаю, сейчас есть смысл его отпускать. С другой стороны, они нам здесь и не нужны, Вера, да? А смотри, арахноид сидит в доме, а в муже сидит его потомство. А, все понятно, тоже самостоятельно, как и у инсектоида, который сидит в детях. Да. Да? Значит, я тогда всех отпускаю в квартиру Инги. За это время вы собираете все, что вы оставили, ничего не забываете. Я прихожу, проверяю. После этого буду отпускать вас первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, Лизард, значит, в мальчике находится твое потомство, инсектоид тоже, значит, я тогда отпускаю вас на вашу чистоту. Больше никогда не приходите, иначе пострадаете. Все понятно? Понятно. Открывается наверху два портала. Один на чистоте инсектоида, один на чистоте лизарда. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Арахноид ушел? Портал? Нет, арахноид ждет. Хорошо, арахноид идет в дом, собирает все, что оставил. Закрывая, печатаю, растворяю этот портал. Джин ушел, да? Джин ушел. Значит, клетка у нас должна быть пустая, правильно? Да. Поехали дальше. Даст нам числовое значение. 700. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Инги до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. У меня жизнь без боли. Готова. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инга, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Пробую двигаться, пробую жить с яркими энергетическими центрами, чистыми, заряженными, дающие радостные эмоции, вибрирующими по всему телу. Новые ощущения, новые эмоции. Это у вас сейчас получится, так как у вас теперь 100% души. Когда этого нет, это очень трудно сделать.